Всем привет! В сегодняшнем обзоре новенькая экономическая игра, которая называется Монета Кар. Работает она еще около недели, и зарабатывать здесь можно как с вложениями, так и без вложений. Так, ребят, всем привет! Сегодня хочу вам показать вот в ровере, также вот тест вам, как проверить расход топлива на час и так далее. Вот, как нужно сделать. Так, ребят, сейчас я вам покажу. Сейчас покажу, как делается расходометр. Посмотреть топливо на ровере 75-м еще. Вот, как, что нужно сделать. Сейчас я камеру установлю. Вот, ребят, у нас получается, нажимаем мы на эту кнопку и поворачиваем в положение ключа в первое или во второе положение. Вот, вот нажимаем и поворачиваем ключ. И у нас появляется вот такой тест. И мы ищем... Вот, нажимаем, поворачиваем и доводим до 19. Сейчас перещелкнул нечаянно. Вот у нас 17, 18, до 19. И у нас вот на off надо поймать. И также выставляем 4. Вот. И можно заводить машину и проверять. Вот. Ставим 4.1. И у нас вот получается расход на час. У нас будет показывать. Также вот у нас получается 1,6 литров получается в час у нас на холостом ходу. Вот, 2000 там получается, 2,5-3 будет у нас. 4 литра, это 2,5 мотор, получается 177 лошадиных сил. Вот, ну вот, вот такая вот у нас, как сделать и посмотреть сам расходометр, как проверить его, как посмотреть. Вот. И спасибо всем за просмотр, подписывайтесь, ссылочки в группу у меня ВКонтакте внизу, также в Инстаграм внизу. Всем пока. Хочешь раскрутить свои соцсети или же канал? Рекомендую вам данный сервис. Раскрутка Инстаграм, Ютуб, ВКонтакте, Телеграм, Твиттер, Фейсбук. С помощью данного сервиса вы можете набрать себе подписчиков на канал или же зрителей на свой стрим. Также просмотры, лайки, дизлайки, комментарии и многое другое. Любые способы раскрутки на любые соцсети вы также можете заказать трафик на свой сайт. Все это вы найдете на этом сервисе, ссылка на него будет в описании.